Деда проехал. Пацаны подостали. Вон он. Вау. Ё-моё! Витё! Всем привет, парни и девчонки! С вами я, Enduro Master, Леха, где-то там Витек, Вадим и еще пару ребят. Сегодня мы тренируемся в Силичах, едем по треку, который был на 4-м этапе Enduro Four Seasons. Температура сегодня минус 5, снега нету, почти не скользко. Ну что ты скажешь после ручейка? Много одежды на мне. Мне ручеек сегодня очень понравился. Подтянул свое крепление, хотя оно вот уже... Опять, видите, недолго продержалось. Для тех, кто не понял, что это у меня такое на руле, это специальные такие штуки, которые закрывают мои руки и не показывают вам, как я жму на рычаги. Ну и я сам не вижу этого. Вот как вы учитесь, например, играть на музыкальном инструменте, на гитаре, пианино, рояле, и не смотрите на пальцы. Также я себе поставил такие штуки, которые не дают мне смотреть на пальцы. А так едешь, смотришь, там нажал, не нажал, короче, это ж не дело, правда. Кто понял, что это шутка, молодцы. На самом деле, это, конечно же, варежки, которые уцепляют мои руки. Короче, ждем Витька. И так сойдет. Заклинило, да? Заклинило и лопнуло колесо. Колодки есть. Диск вроде бы ровный, да? Вот. Тебе надо отпустить. Вот. Ну-ка сейчас. О. Провернуло колесо, вырвало свисток. Спеши потихонечку и ты. 4Т он передачим паром хочет на хорошо. Ну
Леха, ты где? Добрый вечер! Ё-моё, ты здесь заезжал? Фух, нифига себе. Ставьте лайки. Пока-пока. Увидимся.